В прошлом году Саратовский регион перевыполнил план по количеству доходов от использования и продажи государственного имущества. В региональный бюджет поступило более 60 миллионов рублей. Эти данные прозвучали в отчете об итогах работы за год Комитета по управлению имуществом Саратовской области. По словам председателя Олега Галкина, из региональной в муниципальную собственность перешли более 200 объектов жилищного фонда. Это будущие квартиры для ветеранов войны и детей-сирот. Также в собственность города перешел стадион «Сокол». В свою очередь, статус областных получили два земельных участка в Ленинском районе, где хотят разместить крупнейшую зону отдыха Саратова. Еще одно приобретение – комплекс зданий, принадлежащих Министерству обороны, бывшие склады Мукомолов-Рейники. Это памятник архитектуры, хотят сохранить и создать на его основе музейный этнографический комплекс. В 2015 году продолжится тесное сотрудничество комитета с Министерством обороны Российской Федерации по передаче в областную собственность военных городков. Указанное мероприятие позволит снизить социальную нагрузку региона, обеспечив жильем нуждающиеся категории граждан и в целом повысить экономическую привлекательность региона. Указанная задача будет иметь наиболее приоритетное направление в 2015 году.